Прогуляться по обновленному скверу за оперным театром можно будет уже через 2 недели. Там завершают реконструкцию. Заасфальтировали дорожки, устанавливают новые фонари и готовят площадку под скейт-парк. Как изменится территория, узнал Александр Сульдин. Сквер за оперным театром – место мистическое, решили авторы концепции его благоустройства. Располагается за главной сценой Сибири, к тому же здесь разворотное кольцо 13-го трамвая, которое не раз переносили, и сам легендарный трамвай. Отсюда и идеология, историческое наполнение этого места. Например, вот там подразумевалось сделать остановку экскурсионного трамвая, там кафе, посвященное легендарному маршруту, и беседка из старого вагона. Если отбросить всю идеологию с мистикой, то через это место многие жители мегаполиса уже по привычке проходят через центр города. К тому же сквер является как бы связующим звеном пешеходного маршрута от центрального парка и далее. Поэтому поход здесь должен превращаться в прогулку. Причем она должна быть не только комфортной, безопасной, но и приятной. Для этого здесь разбили сеть пешеходных дорожек и переходы через трамвайные пути делают вот такими вот из вот довольно толстого камня, который так и называется трамвайным. А еще помимо дорожек устанавливают более чем 2 десятка фонарей. Вот, например, вот этот будет освещать подход к площадке для скейтбордистов. Также свет на нее будут подавать 3 мощных прожектора. Здесь будет бетонное основание, трамплины, как и раньше, только интереснее и сложнее. И сцена для каких-то концертов или массовых собраний. Здесь осталось доделать верхний слой покрытия, порядка 40% от общего объема работ, высадить 1500 кустарника кизильника, 700 спирей и установить малоархитектурные формы. Сегодня начался монтаж опор освещения на этом объекте. Я думаю, в течение пары дней они должны закончить уже именно с монтажом и приступить к пуску наладки. Доделают дорожки и установят все фонари уже в этом году. К идеологии и культурному наполнению сквера вернутся в следующем. Вообще, зелени здесь станет существенно больше. Например, вместо заборов будет живая изгородь по периметру всего парка и, например, вокруг площадки для скейтеров. Здесь несколько посадок предыдущего года попали у нас в створ дорожек. Мы их аккуратно пересадили рядом на территорию, сохранили все саженцы. Было несколько аварийных деревьев, которые также мешали. Их убрали, заменим новыми саженцами уже в весенний период. Так, где моя елка, которую я тоже сажал год назад? Все, что физически возможно было пересадить, в том числе крупномерной посадочной техникой, мы пересадили на этой же территории. Из-за пандемии у нас возникли трудности с бюджетом, прежде всего своим бюджетом. Это городские деньги из городского бюджета. Мы сумели их выделить только вот в конце лета, ну, после всех процедур. К работам приступили фактически в октябре месяце. Тем не менее, подрядчик, выигравший право здесь вести благоустроительные работы, оптимистично смотрит. Все работы по плану этого года собираются завершить в течение ближайших 2 недель. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.